Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас в нашей телепередаче «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. В Кемерове освящен храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В Музее истории православия на земле Кузнецкой открылась выставка картин Николая Бублика. В рубрике «Интервью» смотрите продолжение беседы с профессором психологии Марианной Ярославной Дворецкой. Сионская горница, в которой состоялась Тайная вечеря, прообраз христианского храма, особо устроенного помещения для совершения таинств и всего христианского богослужения. В этой горнице состоялась Тайная вечеря Господа Иисуса Христа со своими учениками. Здесь Христос омыл ученикам ноги и сам совершил первую Евхаристию, таинство претворения хлеба и вина в свое тело и кровь. При этом Господь заповедал апостолам, а в их лице и всем христианам, совершать то же в Его воспоминании. 21 февраля в Кемерове было освящено малым чином временное здание церкви в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В самом центре городской жизни, неподалеку от храма искусств областной филармонии и спортивно-оздоровительного комплекса «Лазурный», появился храм православный. «Освящается храм сей отраплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается храм сей отраплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается храм сей отраплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается храм сей отраплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И Твое сохраняй Христом Твое жительство. Слава Богу. Я думаю, что храм здесь необходим в этом районе, потому что самый ближайший – это Знаменский собор. А люди, которые живут в этом районе, им бы было очень удобно. Слава Богу, что все удалось. Мы с вами стоим у истоков особого исторического события, когда на церковном небосклоне Кемеровской епархии воздвигается еще один православный храм. Храм, который построен сейчас – это быстровозводимый храм, который в первую очередь должен оказать всяческую помощь и содействие в формировании православного прихода. Потому что православный приход – это не только храм и не столько храм. Как говорят древние отцы, храм не в бревнах, а в ребрах. И поэтому замечательно, что сегодня вы, отложив всякое попечение, пришли сюда – для того, чтобы разделить радость торжества. После освящения в храме совершилась первая божественная литургия. Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Основную каменную церковь на территории Кирилло-Мефодиевского прихода предстоит возвести в ближайшие годы. Это будет один из тех 10 храмов, закладные камни под которые освятил патриарх Кирилл во время своего приезда в Кузбасс 1,5 года назад. Облик будущего храма соединит в себе черты позднего древнерусского зодчества и некоторые элементы классической архитектуры. Фасад украсят золотой и белый цвета, символизирующие святость и божественное откровение. Пока основной храм еще не построен, жизнь новой православной общины будет связана с небольшим временным зданием, похожим на базилики, в которых устраивали церкви первые христиане в Римской империи. Очень важно, на мой взгляд, наверное, не количество даже храмов, а то качество прихожан, то есть их искреннее желание приходить в храм и понимание, для чего они это делают. Вот это, на мой взгляд, более важно. То есть можно построить один храм, который будет находиться, один храм в районе, но при этом он будет все время заполнен. А может быть много храмов, но они будут полупустые. Вот, на мой взгляд, именно важно проводить катехизаторскую работу, просвещать население о смысле постройки храма, что это не то место, куда можно прийти, поставить свечу, заказать молебен и уйти, а то это именно то место, где человек может измениться качественно. Конечно, божественная литургия особенно торжественна, когда совершается в большом, красивом, расписанном храме или в маленькой старинной церкви.
Но ведь и они не сразу стали старинными, а вера первых христиан, многие из которых были свидетелями евангельской истории, вряд ли была меньше от того, что богослужение им приходилось совершать и в пещерах, и в обычных домах. Главное, что положено начало литургической жизни, нового прихода, общины, которая объединится вокруг святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учителей славянских. По-семейному камерная, по-своему уникальная. Выставка, которая открылась на прошедшей неделе в музее Кемеровской епархии, впечатлит поклонников графики и ценителей истории земли Кузнецкой. Ее эмоциональным центром стали картины кемеровского художника Николая Бублика, посвященные алтайской духовной миссии, в частности, судьбе и жизни уникального человека, этнографа, лингвиста, составителя алтайской азбуки православного миссионера Василия Ивановича Вербицкого. Это первое настоящее художественное произведение, посвященное этому великому миссионеру. Почему великому? Потому что действительно для Юга Кузбасса, для шорцев это был настоящий просветитель, он создал для них и букварь. Вот как Кирилл Мефодий для русских. Но у нас, правда, есть еще и скульпторы, которые тоже вроде пытаются делать образ Вербицкого, но пока это совершенно неудачно, так что я даже не буду и упоминать об этом. Все это еще впереди. Но вот Николай Иванович настоящий зачинатель образа Вербицкого в искусстве, в изобразительном искусстве, по-настоящему. Так что всех нас с этим и поздравляем. Что такое культурное событие, как оно зарождается и происходит, можно проследить на примере этой конкретной выставки. Так случилось, что имя гениального человека, который исследовал жизнь и быт алтайцев, шорцев, хакасов, в разное время покорило самых разных людей и стало мотивом для исследований его миссии. Так о жизни Вербицкого, который жил в Горной Шории, друг художника Олег Яценко узнал еще из рассказов своего отца. Когда он приезжал с Улалы, Горно-Алтайск, на коляске, то жители встречали его, забрасывая коляску цветами. Этот человек меня тоже очень заинтересовал, и все, что о нем, у отца было записано, и я делал некоторые записи уже подростком. И ходили мы, отец водил меня по тем местам, где проходил Вербицкий, в частности, под Кату знаменитый. Куратор и организатор выставки Людмила Оленич была лично знакома с одним из авторов-составителей книги «Записки миссионера», посвященной жизни Василия Вербицкого. Мне так уж посчастливилось, что еще до выхода этой книги, задолго, лет за 10, я познакомилась с ее автором, с отцом Игорем Кропачевым, который действительно настоящий миссионер, современный миссионер на территории Кузбасса, который на многие годы вместе с семьей уезжал в села шорские, которые уже забыли, успели забыть про христианство, и заново, по сути дела, в этих селах, в Усть-Анзасе, например, возрождал православие. Дальше больше. Книгу о Вербицком посоветовал к прочтению своему другу Николаю Бублику Олег Яценко. И здесь немаловажным стал еще один факт. Я самый коренной кузбассовец, родился в Чугунаше, можно сказать, в центре Горной Шории. Ну и вырос там, детство прошло, юность прошла в Горной Шории. Сначала Чугунаш, Мандыбаш. Для меня все, что там написано, знакомые названия и знакомые эти описания, и атмосфера, да. И вот мне это легче всего, наверное, было прочувствовать. Ну, поэтому это возникло, такие образы. В истории создания этой выставки не хватает только одного звена. Встреча Людмилы Оленич и Николая Бублика произошла во время творческого заезда в один из санаториев области. И вот тут все окончательно совпало. Я сначала такой сделал реверанс, спросил, знакомо ли такое имя Вербицкий. Но Людмила Оленич, конечно, сказала, безусловно. И вот я сказал, что есть у меня такая серия, которую я бы хотел показать. Я поехала к нему в мастерскую. Не боялись разочароваться, когда ехали? Боялась, конечно, боялась. Но когда я приехала в мастерскую, я увидела, что он действительно очень увлечен этим образом. И я думаю, что он, конечно, действительно еще не завершил работу над ним, а может быть, только начал. И я считаю, что если у него серия будет не из 4 или 5 листов, а может быть и из 10 даже, именно серия, графическая серия черно-белая, это классика. И здесь можно обращаться именно вот как икона с клеймами изображает житие святого, так и графическая серия, она способна ввести нас в житие
этого человека, который, мне кажется, и достоин, когда-нибудь будет достоин называться святым. В мастерской Николая Бублика оказалось еще много интересных работ. По оценке Людмилы Оленич, очень педантично исполненных, как будто вышитых. Они производят впечатление материала для гравюры. Я уже давно знаю его картины, мне очень приятно присутствовать на этой выставке. Мне очень понравились картины в Бару, очень понравилось отражение картины, представленное. Очень нравятся новые картины, написанные пером. Я такой техники еще не видела. Есть на выставке и работы, выполненные в техниках акварель и живопись. И это все та же история детства. Родные пейзажи, прозрачные и светлые. Загадочный мир природы в серии «Таежный житель». Это очень зрелое искусство, оно разнообразное, оно и социально настроенное, и в то же время, конечно, лиричное, потому что здесь очень много внутренней такой настоящей медитации художника, и, конечно, очень ярко выражены его отношения ко всему происходящему. Вроде бы здесь тихие вещи, почти не сюжетные, во всяком случае пейзаж превалирует над всем другим. Но если мы внимательно всматриваемся в это, то, конечно, видим особое совершенно отношение художника к тому, что он изображает. В любом деле должна быть страсть. Страсть к этому делу, к этому занятию. А если она отсутствует, то я думаю, что и... Да не то, что не стоит, а и либо она должна проснуться в этом человеке, либо она не просыпается, то уже он сам от этого отойдет. Вы страстный? Ну, в этом деле, да. Будем надеяться, что эта страсть станет движущей силой для создания новых картин, в том числе и в серии о миссионере Василии Вербицком. Творческая встреча завершилась концертом духовной песни в исполнении вокального ансамбля «София», действующего при Кемеровском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Завершилась встреча, но сама выставка продолжает работать. Я бы порекомендовала обязательно посетить. Я думаю, это, во-первых, развивает кругозор. Я считаю, что очень много можно здесь почерпнуть. По крайней мере, те люди, которые не могли бы выехать далеко, очень многое могли бы увидеть в этих картинах. Тем временем сотрудники музея готовят новую выставку, которую приурочат к празднику Воскресения Господня Великой Пасхи. Нам рассказали, что это будут работы наивного мастера Ирины Павловны Еременко. Она сравнительно недавно ушла из жизни, и ее сын Володя Еременко, наш замечательный кузбасский поэт, он очень чтит ее память, и он давно уже сформировал ее выставку, и я прошу, конечно, только часть работы ее «Удивительных деревьев», да, таких фольклорно увиденных ею, как-то в ее подсознании возникших, и вот она их писала. Побывать же на выставке Николая Бублика в музее Кемеровской епархии все желающие могут вплоть до окончания Великого Поста. Добрый день, уважаемые телезрители! У нас в гостях сегодня Марьяна Ярославна Дворецкая, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена, город Санкт-Петербург. Марьяна Ярославна, добрый день! Здравствуйте! Обычный гражданин нашего общества, где он может столкнуться со святоотеческой психологией? Обычный гражданин, приходящий в храм, первое, с чем он сталкивается, как раз со святыми отцами и с этой самой психологией. Во-первых, появляется совершенно четкое осознание того, что мировоззрение светское или секулярное, как его называют, существенным образом отличается от православного мировоззрения. В православном мировоззрении воедино слиты учение о Боге, о мире и о человеке. Это некое единое, совершенно неразрывное пространство, в котором существует человек. И более того, святые отцы совершенно четко указали место человека вот в этом триединстве. Человек – это существо, через которого изливается на этот мир вся божественная благодать. Господь, по сути, нашими с вами поступками, действиями, выборами в этом мире может, ну, так скажем, производить какие-то очень серьезные изменения, но если мы к этому готовы. Столкнуться со святоотеческой психологией мы можем совершенно в любом месте, где речь заходит о божественном мире, о Боге. Но мы понимаем, все-таки эти места в основном являются храмами.
храм православный, да? Есть ли какие-то кабинеты, учреждения, куда человек может прийти по расписанию, попасть к человеку, побеседовать на тему? У нас, знаете, у нас сегодня с вами не только в храмах, у нас и в школе начинают преподавать основу православной культуры. И когда речь заходит о культуре отечественной, естественно, невозможно донести содержание культуры, не раскрывая основополагающих истин, таких как учение о Боге, что Бог творил мир, и это уже будет первая истина, которая столкнется с существенным противоречием в сознании ребенка. Как Бог творил мир, когда мир произошел стихийно, эволюция его каким-то образом управила, каким-то образом направила, и вот мы все происшедшие от обезьяны теперь вот сидим здесь и пытаемся говорить с вами о святоотечестве. Все понятно. То есть получается, значит, это во время богослужений в храмах, значит, во время соответствующих предметов в светской школе, а какие-то предметы... Ну вот сейчас мы с вами сидим в этой аудитории, мы уже с вами говорим о святоотеческой психологии. Понятно. Вот мы уже с вами начали ту самую работу, где можно воочию столкнуться и увидеть содержание этой психологии. Понятно. Значит, вот смотрите, я иду по городу, вижу вывеска «психолог». Зайдя туда, я с кем столкнусь? С каким психологом? Я думаю, скорее всего, со светским. Со светским? Я думаю. Да. То есть о святоотеческой психологии там и речи не будет? К сожалению, сейчас очень много подмен существует. Вот вы знаете, если честно, да, что такое святоотеческая психология? Настоящими психологами святоотеческими были святые отцы. Она поэтому называется святоотеческой. Кто такой святой отец? Угу. Вы понимаете, это человек, который неразрывно пребывает в истине. То есть у него нет разделения между тем, что, как он учит и как он живет. Он своей жизнью свидетельствует то слово истины, которое он несет человеку. И соответственным образом он его даже не сам несет, а через него как бы Бог вещает те истины, которые открываются людям. И поэтому святые отцы, в чем особенность святоотеческой психологии? В том, что психолог, или ну его нельзя даже, вот это у меня язык так не поворачивается сказать, да, святой отец сам психолог, потому что слишком это понятие у нас искажено сегодня образом современного психолога. Но по сути он душевед. Он знает душу человеческую, ему открыты все тайны души. И он читает как открытую книгу человека. Когда человек приходит, вы знаете, из житий святых к старцам приходящие люди иногда получали от них совершенно удивительную помощь даже в осознании своих грехов. То есть все открыто. Эта книга читается как лист. Но за счет чего? За счет чистоты сердца, чистоты ума, отсутствия посторонних помыслов или примесей. Это как зеркало. Вот очень часто в психологии можно столкнуться с таким понятием, что психолог – это зеркало, отражающее, положим, того человека, который в это зеркало смотрится. Так вот, к сожалению, наши современные психологи, уж если говорить о светской реальности, это такие, знаете, королевство кривых зеркал. То есть каждый искажает в силу своей какой-то внутренней особенности. И эта реальность, искажаемая или преломляемая через призму внутреннего мира, уже искаженного, поврежденного человека, естественно, другого будет отображать также искаженное. А если мы возьмем святых отцов, то они своей жизнью максимально постарались все эти искажения сгладить, с Божьей помощью, естественно. Сгладить чем? Терпением, смирением, кротостью, любовью. Нам очень важно ваше мнение. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!